Всем привет, это Тоня, и всем доброе утро. Сегодня будет немножко необычное видео. Я буду целый день разговаривать с Сенцовым на русском языке. Он будет пытаться отвечать мне тоже на русском. Посмотрим, что из этого выйдет. Давно вы предлагали такую тему в комментариях, поэтому сегодня мы созрели. До этого как-то, знаете, Сенцов работал, и если это был рабочий день, то смысл получался только утро и вечер, а выходные было как-то, мы куда-то выезжали постоянно, в общем, было не до этого вообще. Сейчас Сенцов не работает, поэтому это отличный шанс попробовать сделать такого рода эксперимент. Ну что, поехали. Доброе утро. Доброе утро. Начнем сегодня завтрак с небольших булочек с чаем и пойдем в горы. Сенцов, ты будешь чай или кофе? Так непривычно обращаться к нему по имени. Давайте я все равно буду звать его Оппа хотя бы. Или Йобо, не знаю. Да нет, давайте, знаете, все равно я буду обращаться к нему Йобо, по-корейски дорогой. Вот, а все остальное по-русски, потому что, ну уж как-то мне совсем непривычно звать его прям по имени. Йобо, будешь пить чай или кофе? Да. Чай или кофе? Чай. Чай. Хорошо. Ну, Тоня 씨. 안녕하세요. По-русски. 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 Доброе утро. Доброе утро. Ну что, пойдем в гору? Да, да. Да. Пойдем. Я люблю. Сампоя, гора. Гора. Я люблю гора. Гору. Гору. Я люблю ходить в гору. Я люблю ходить в гору. Я люблю ходить в гору. Сегодня очень хорошая погода. Очень нетипично. Сегодня хорошее качество воздуха. Ни пыли, ни крапли, поэтому... Поэтому мы сегодня тоже ходим, идем в гору. Ну, то есть я частенько хожу в гору с утра. А Сенцов сейчас пока со мной тоже ходит, пока у него есть время. Единственное, что вот качество воздуха не позволяет прям каждый день ходить в гору. Спасибо. Когда воздух плохой, это нежелательно. Спасибо. Спасибо. Пока. Пока-пока. Красота. Красиво. 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 Красивая гора. Красивая гора. О, очень красиво. Погода шикарная. Воздух чистый, небо вообще без облачка. Вообще ни одного облака нет. Прелесть. Давай, иди вперед. Вперед иди. Давай, давай. Хорошо. Давай, давай. Утренний спорт. Утренний спорт. Когда погода хорошая, то в горы идти это просто одно удовольствие. Когда погода прекрасная, прям даже настроение с утра поднимается. А еще на iPhone такие краски, теперь можно запечатлить. Ой, так красиво, почти поднялись до конца. Туда мы не пойдем, там сейчас народу много, поэтому будем уже потихоньку спускаться. Очень красиво. Ты красивее. Спасибо. Умо, спасибо. Да, будем уже спускаться. Ой, прелесть погода. Прелесть. А там наверху, кто смотрел другие влоги, там есть тренажеры и так далее. Вот там вот самый пик горы. Ну, в принципе, он чуть-чуть повыше вот этого. Тут просто по прямой пройти и туда. Все, пойдем вниз. Пойдем вниз, нам надо уже возвращаться. Сделать уборку дома. И Сенцову нужно по делам сегодня съездить. И мне сегодня тоже к урокам надо готовиться. Поэтому пошли вниз. Давай, давай. Быстрее. Да. Быстрее. Быстрее. Быстрее, 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 быстрее. Быстрее, быстрее, быстрее. Быстрее. Йобо. Быстрее, 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 быстрее. Поскольку у нас челлендж, что мы не должны говорить по-корейски, то... Естественно, кто не знает, кто не помнит, мой муж у меня не говорит особо по-русски, то есть он знает какие-то основные фразы, он больше фразами знает, и все. Спасибо.
Вот. А остальное, как бы, не сильно он владеет русским языком, поэтому то, что он не понимает, мне приходится показывать жестами, чтобы не нарушать правила челленджа. Хорошо нагулявшись, мы обедаем. Сегодня у нас покумпап, это жареный рис с сыром. И такой супчик, я не знаю, как его по-русски назвать, по-корейски называется керанчим. Приятного аппетита! Вкусно. Вкусно. Приятного аппетита, скажи. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Вкусно. Так как обед приготовила я, то посуду за Юнсобом. Спасибо. Пожалуйста. Вот это еще. Еще сковородка. Да. Сковородка еще. И вот еще тоже. Да. Давай. У вас очень хорошо получается. Нет. Почему нет? Очень хорошо получается. Все чистенько и замечательно. Единственное, что вот это вот лучше поставить наверх. О, чуть не упало. Погоди. Держу. Пока я монтирую видео, точнее, уже делаю субтитры, остальное все смонтировала. Юнсоб пришел сделать мне кофе с печеньками. Я хочу с черным шоколадом. Шоколадом. Черным. Черным. Черным шоколадом. Черным шоколадом. Черным шоколадом еще одну. Вкусно. Нет, невкусно. С черным шоколадом. Вкусно. С черным шоколадом. С черным еще одна есть. Их три вида. Аккуратно. С черным шоколадом. Еще одну с черным шоколадом. Нет, пожалуйста. Нет. Да, и мне, пожалуйста. Вкусно. Возьму сама. Вот так бы мы жили, если бы я не говорила по-корейски. Спасибо за кофе. У нас уже вечер. Мы закончили все основные дела на сегодня. Так, открою я с этой стороны или нет. Сделали субтитры. Видео тоже сделано. На улице идет дождь. Дорогой! Я придумала, как его называть. Раз мне не получается называть его по имени по-русски, то я буду называть его дорогой. 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 Нет, это ты дорогой. Дождь идет. Дождь. 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 Пойдем погуляем? Да. Пошли. Гулять. Так как на улице дождь, а у нас видео посвящено русскому языку, то я вспомнила про наличие вот этой вот книжки. И да, пришло твое время. Ёба! Вот. Может быть, вспомнишь, как читать? Здесь, правда, есть немножко корейской транскрипции. Что? Но она идет здесь только в начале, когда объясняется. Что? А давай мы почитаем без транскрипции. Сейчас я найду что-нибудь. Да? Вот это. Давай читай. Давай читай. Не помнишь уже? Да, прочитай. Прочитай. До. Хён. Что? Ты. Будешь. Делать. Дена. Завтра. Завтра.
Вот это? С праздником. С праздником. Спасибо. Это где ты нашел с праздником? Где? А, вот, вот, вижу, все с праздником. Угу. Прочитай. Я? Да. Люблю? Да. Что? Читать. 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 Я люблю русский язык. Я тоже могу так просто прочитать. Немного. Немного? Немного. Я люблю русский язык. Немного. 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 Окей. Немного мы любим русский язык. Я говорю по-русски. Молодец. Если это можно назвать говорить. Я люблю смотреть кино. А ты? Я люблю читать. Ты читаешь по-русски? Да, я читаю и пишу по-русски. Давай теперь без транскрипции внизу. Я люблю зеленый. Когда я купила эту книжку? 2 года назад. Ой. Очень приятно. Меня зовут Юнсов. О, очень приятно. Меня зовут Тоня. Спасибо. Как дела? Плохо. Плохо? Да. Почему? Надо вас печать. Блин, 오늘 하루가 어땠어? 좀 설명해줘. 힘들었잖아. 힘들고 답답하고 열받고 짜증나고 아무 말 뭐 스파시바 바라스타 뭐 이런 단어 빼고 아무 그거야. 말 그거야 러시아 가서 가만히 듣는 것보다 더 듣는다. 아 진짜? 그냥 그때는 네가 통역을 해주니까 그쵸 네 하나 쉬랬는데 맞아. 아 지옥이었어. 이제 러시아를 배울 거야? 열심히? 응 내일부터 배울 거야. 오케이. 네. 이제 러시아 좀 배우고 그 나중에 한 번 더 이제 좀 스킬이 올라 어느 정도까지 올라가서 한 번 더 이런 챌린지 찍어보자. 오케이 콜. 오케이 콜. 알았어. Спасибо, что посмотрели это видео. Всех люблю. Пока.